Всем привет. Привет. Мы с Ликулька уже с утра сходили на процедуры. Нет, процедуры. Вот сейчас, ну уже скоро, еще 4 или 5 раз, да, еще? Ну, еще неделю следующую. В общем, да. Вот, и отвели уже Милошку в садик. Мы пошли попозже, потому что мы вначале сходили на процедуры с Ликой, и потом вот отвели Миланку в садик. Правда, чуть-чуть задержались, пропустили у них. Была музыка. У Ликуля откроешь? У них была музыка в садике, а мы пропустили. Ой, лови Лику. Ой. А ты чё? Вот. И, в общем, опоздали, а мы заходим в группу. Никого нету вообще, ни воспитателей, ни деток. Никого нету. И только зашла, я думаю, куда они все делись. Гулять еще рано. Бежали. В бассейн еще рано. Думаю, никого нету. А у нас сегодня с утра такая погода жуткая, что я даже подумала, может, никто не пришел с нее в садик. Потому что у нас сегодня с утра был дождь, ливень. Потом вдруг он превратился в снег. В общем, погода жуть. А сейчас вообще, по-моему, ну такой мелкий-мелкий снежочек легкий идет. Ну вот, да, так что лучше погода стала. Многие, ну сейчас сегодня, кстати, мало детей в садике, в группе. Многие все-таки испугались такой погоды и, наверное... Ну как мало, я думаю, человек 12-13. Ну человек 12, да, 10-12 человек где-то так. Вот, мы пришли, и они как раз только начали раздеваться, комбинезончик снимать, и они заходят с воспитателем, были на музыке. В общем, мы пропустили музыку с Милашкой. Вот, потому что мы с Викой ходили сегодня на процедуру и чуть-чуть не успели. Такие вот делишки. Сейчас мы с Викой сходим в магазин и что-нибудь купим вкусненькое. И потом идем домой. Погода у нас вообще, она светает. Везде вот такая вот квашня какая-то. В общем, на дорогах вообще ужас. Да, дороги, вот как видите, видите, все тает абсолютно везде. То есть такая вот у нас погода, то заметает снег, то гололед, то слякоть, в общем, непонятно что. То дождь, то ливень. Хотя говорили, что потепление будет, снега не будет. Ну да. Ошиблись. Произошла небольшая ошибочка. Просто я ноги в снег повытираю. Мы пришли прям в болото. Так что вот так. Такая вот у нас погода, такие у нас дела. Ой, ветер холодный. Ветер поднялся. Короче, погода меняется каждые 3 минуты. Что-то новое происходит. Ой, волосы все. Ветер такой. Лицо. Лучше поменялась погода, да, солнце выросло. Или ты не хочешь? Мне не нравится, что новогодняя погода такая. Она сейчас, мы вышли когда из дома утром. Такой снег прям сыпался вообще. Лика говорит, мама, настоящая погода новогодняя, скоро Новый год. Я говорю, да, это точно. Главное, чтобы на Новый год снег не растаял, только цвет. Как назло, сейчас валит снег, Новый год солнышко будет. Так что вот такие вот делишки. Мы с Ликулькой пришли из магазина, сейчас покажем, что купили. Бананчики взяли. Мы в Ленту зашли и в Пятерочку зашли. В Ленте вот сейчас Королек по акции 59 рублей. Так что у кого есть Королек, ой, Лента, то бегом в Ленту, кто любит Королек. Да, мы взяли несколько пакетов. Сейчас я вам покажу, значит, вот этот пакетик. Так, потом взяли печенька вот такой юбилейное с темной глазурью. Чику. Так, нам журнальчик взяли. Пятерочку. Да. Так, вот такие вот рулетики. Сейчас в Ленте акция уже, кстати, 2 по цене одного. Так, еще вот взяли пакет Королька. И взяла еще пакет Королька. Нет, сестра попросила тоже. Тоже ей взяла. Королек. И томатную пасту взяли. Такую томатную пасту в Пятерочке. Это в Пятерочку мы зашли, взяли. Сегодня буду делать хорошую томатную пасту. Попробуем. Я уже брала ее, только маленькие такие были. Буду с ней делать, ну или харчо, но скорее всего борщ сделаю. Кто за борщ? Лика кричит. Кто за харчо? Я! Угу. Так, ну Милана
Миланин голос, скорее всего, забочен. Остается мой главный голос, да? Милане пофигу, она как папа, так и она. Я, наверное, за борщ, если честно. Ой, какие надо, вот всю жизнь вот так вот дискредитируют. Ты давай чай делай. Я себе сам борщ сделаю, буду есть его неделю. Давай, давай. Ну, нет, хочу быть. А, еще нам дали, кстати, из пятерочки. Ты какой чай будет, шоколадный или лотос? Давай манго мне, зеленый с манго. Чай. Вон, зеленый с манго. Так, а еще нам дали с Ликой... Я манго, а ты лотос. Почему? Потому что я лотос уже сделал. Я думал, два пакетика, чтобы... А, ну сделай так, как сделал. Как нормально. Да мне без разницы какой. Так, нам дали еще в пятерочку вот такой сертификат. Это на посуду. Собираешь с 1 ноября по 31 декабря. Вот такие наклеечки. И вот за 5 фишек вот можно купить вот такую вот мисочку, сделанную во Франции. А так она 600 рублей, а так за 360 получается. Но у нас, в принципе, для... Ой, нам дали, кстати, вот такие вот фишечки. Вот столько фишечек много. Вот. Так что можно купить... Сейчас можно купить, кстати, любой товар здесь, что нам понадобится. О, кстати, вот прикольная утятница с крышкой, да? Внизу, вот видишь, за 10 фишек. 900 рублей? Да. Угу. С крышкой, прикольно. Угу. У нас крышкой, кстати, нет. У нас есть формочки. У нас есть вот такая формочка квадратная, и есть вот такая прямоугольная формочка. Ну, мы их брали. Нет, вот такую мы брали, я не помню, как фирма называется, а вот такую мы взяли в IKEA. Большую длину. А эту крышку можно использовать как тарелочку. Перевернуть. Ну да. Кстати, вот такую тятницу можно взять. Прикольно. Вот. Так что вот такую нам дали. А, еще дали вот такой вот сертификат тоже. Вот такое украшение дарят в магазинчике. Sunlight, да? Опять все подарки делает. Да, Sunlight идешь. И мы уже, кстати, нам очень много таких вот сертификатов давали еще в том году тоже. То на 14 февраля, то на Новый год. Год тоже, да, на все праздники. Да, на все праздники. И у нас очень много то подвески там разные, брелочки очень прикольные в виде сердечек. А это получается какой-то браслетик, да, что ли, будут давать? Или что это? Не, одну подвесочку такую, шармик. А, ну да, вот из таких подвесок можно вот делать вот такой браслет, да, у нас есть. Только вот тут яблочки, у нас не яблочки, у нас там тоже какая-то есть. А, Лика смотрела, корону она говорила, да. Звездочки, снежинки у нас. Да, есть. У нас звездочки, снежинки, сердечки, там капелька, короче, что только нет. Ну, в общем, надо поехать, будет взять. Все, мы пьем чай. Вау, вот это да, Милан. Ты как на это, горнолыжный спорт, ой, курорт. Нет, это... Как песенка, помнишь, была? Крутая черепашка по имени Наташка. По имени Милашка? Да. Крутая черепашка по имени Милашка. В отелах из Китая такая вот крутая. Класс, Милаш, тебе так идут? Под костюм этот вообще супер. Еще бы красную оправу, а не салатную. Нормально салатная, тоже хорошо. Просто лыжи нужны салатные. Да? Да, можно. И вообще лыжи, и ехать, да, на курорт. Да. А, здорово! Едем домой. Едем, едем. Соседние деревни. Соседние села. Лика наша пошла. Ты туда выйдешь? Есть, оказывается. Лика наша пошла на Олимпиаду. По литературе? По литературе, да. Вот. Из класса три девочки. Ну, вместе с Ликой три девочки. А так что... Так что мы крутые. Пожелаем удачи! Да, Милашка? Ты болеешь за Лику? Че это я знаю? Должна болеть. Ну да, че болеть-то должна? Тебе расскажи, в бассейне-то понравилось? Да, что вы там делали? Купались? Да, вот так. Топ-топ-топ, да? Водички мало было, да? Водичка тепленькая, хорошенькая? Да. Нет, много было. Много было? Воды было. Ты не падала? Нет. Нет, я не падала. Ну ты... А еще упали, Ляля. Ляля падала? Нет, я вот так. Упала ты? Нет.
Чуть не упала. Чуть не упала? Угу. Удержалась, да, на ножках? Попе больно не было? Нет? Не падала попу? Попа не ударялась? Хорошо. Ачка. Милашка выбирает себе подарок на Новый год. Все хочешь? Не, ну выбери себе подарок. Что бы ты хотела на Новый год? Ачка. Подумай, хорошо. Ачка. А еще хорошо подумай. Ачка. Зайчика. А зачем зайчика? У тебя же есть зайчик. Это с этого, с Пеппа свинки. Покажи, покажи. Пепси. А, ты с Пеппи. Ну еще молодец. Что еще ты хочешь? Это. Вот это. Угу. Это. Короче, весь набор Пеппи свинки, да? Так ты хочешь свинку Пеппу? Нет, это. Курица. Ну вот, это же свинка Пеппа. Нет, это. Ну это такой набор тоже здесь. Видите, что это фигурки. Там вот все есть. Покажи. Покажи мне. Вот, видишь, фигурка героя. А, нет, это не набор. Мне это сдалека не видно было. Это вот такой это. А ты что хочешь, зайчика, да? Да, Айчика. Айчика. О, хорошо. О, ну не надо только так рвать. Мы же тоже себе будем подарки сейчас выбирать. И Лика еще не выбрала подарок на Новый год. Да, она так и хочет. Да, выиграть. Все, выбрала? Скоро будем писать письмо Деду Морозу, да, Милаш? Да уже пора, а то не дойдет до него. Да, Лика каждый день просит у нас письмо Деду Морозу писать. Ну, да, она так и хочет. Данка, а ты будешь писать письмо Деду Морозу? Да. Да? Тебе надо большой, наверное, список, да, бумажку приготовить? Дан, много подарков хочешь? Да. Да? Да, так и а Милашке главное играться. Максик, банан будешь? Ты что, не любишь банан? Макс, ты же ешь всегда банан. Макс. Попробуй. Съешь банан. Попробуй, откуси. Съешь бананчик, Максюш. Сай! Максюш. Зва! Мама, Таряна. Так ты будешь или нет? А подожди, он сейчас подумает, подумает. Мама, Таряна, ты туда. Не, куда ты собрался? Подожди, банан съешь. Мы сейчас с тобой не договорили. Мы не обсудили меню твое. Мама, дай, мам. Кушай. Максик, передай всем привет. Привет, привет. Всем привет. У него половина рта открывается, половина. Половина рта хочет съесть банан, а половина еще нет. А половина сопротивляется. Лёнь, банан сейчас съест. Сейчас, мама, Милаш, смотри. Посмотри, Максик, Макс есть банан, глянь. Мама, мам. Что? Смотри, смотри, смотри. Максик, видишь, бананчик кушает? Да он дёсна чешет. А шкурку? Не знаю, сколько... Ты будешь или нет? Максику. Ты будешь или нет? Она тебя надурила, да? Вот банан есть. А что ты его не съела? А он там немножко с коричневым. А Максик что, хуже? Ничего страшного. Мама! Давай. Максик гордый. Он все отвернулся, он обиделся на тебя. Жой, лось. Мама! Что? Мама, где вот Максик. Максик, видишь? Ой, зубы какие у него острые. Ты что, такое видела? Какие телефон у нас... Телефон обрезал. Максик. Он тебя засмущал. Так ты будешь? Тебя засмущала, да, она? Понюхай.
Как цапни тебя, будешь знать. Он не цапает. Кто чем занимается? Милашка уже покушала, играется. А что вы за наклеечки тут взяли? Пятерочка. А зачем? Я же там для посуды это приготовила. Да? Почему? Зачем оно нужно? Там утятница хорошая. Как раз 10 именно наклеек. Утятница? Утятница. Люпуль, приклеивай этот блокнот. А где он? Там лежит. Да его нету, тут в том-то и дело, что его даже нету. А, он в тетрадке, в тетрадке. Это то, что нам сегодня дали, вот блокнотик, ну, сертификатик такой, пятерочки. Там вот я уже показывала, вот такие наклеечки клеишь, вот такие. Вот, их нужно 10 штук, и там покупаешь посуду. Ну, там от 3 штучек и до 10 штучек вот таких. Вот клеишь вот наклеечек. Мама. От 5. А? От 5. От 5? Значит, от 5. Вот, и мне понравилась вот утятница, надо пойти посмотреть ее. Ликуля наша сыне писала олимпиаду. Вот, вроде все написала. Молодец. Да? А Милашка сегодня в бассейне купалась. Тоже молодец, да, Миланочка? Я не знала. Тебе понравилось, да? У нас сегодня в гостях тетя Лена была с Даночкой. Вот, и они уже ушли домой. Так что мы сейчас уже будем укладываться спать, пойдем с Милашкой. Завтра дома, завтра Лика в субботу. Ты точно, да, узнала, что вы не учитесь? Да. Завтра Лика в школу тоже не идет у них выходной. Не знаю, почему. Так я не поняла. То ли там тоже какая-то олимпиада будет, то ли чего, почему это в школе как бы выходной сделали, не знаю. Ну, нам честно говоря, все равно. Главное, чтобы... Да, мы и рады, честно говоря. Да, завтра будем дома, и Милашка в садик. Суббота не работает, не идет, поэтому мы завтра будем дома. Будем высыпаться, да? Ага. Главное, чтобы Милана рано не встала. Да. Не в 7 часов, а в 7:10 встанем. Будем высыпаться. Выспимся. Ой, выспимся, не говори. Ладно, девчонки, давайте будем говорить всем спокойной ночи. Мика вот говорит тоже всем спокойной ночи. Всем пока-пока. И зайчик. И зайчик тоже всем говорит спокойной ночи. Всем пока-пока. Ликулька тоже хочет сказать? Да, всем спокойной ночи, всем пока. Всем пока. Ликуля увлечена журналами. Мы с ней... Я ищу наклейку, куда я приклеила. Мы сегодня были по всем магазинам, и в Ленте, и в Пятерочке, и в Окее, и везде новые журналы со скидками, с акциями, с новогодними. То есть можно сидеть тут, рассматривать и рассматривать эти журналы, чем Лика и занимается. О, смотрите, сейчас покажу. И вон еще журнал. О, раз. Такой вот Окей. Новогодний. Пятерочка, тоже новогодняя, до 31 декабря. Окей, еще один. И две ленты. Ну там одна лента уже завтра последний день. Ну все же действует. Ну да, завтра последний день скидки, а другая сегодняшнего числа, другой то есть журнал сегодняшнего числа начинается скидки. Вот, и смотрим мы, кстати, еще передачу «Голос». «Голос». «Голос», да. Ладно, все, всем спокойной ночи, всем пока-пока. Пока-пока. Всем спасибо, кто был сегодня с нами. Пока-пока. И всем до завтра. Пока-пока. Пока-пока.